Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим с вами о гликированном гемоглобине. Что это за анализ и почему его необходимо проводить раз в 3 месяца? В 70-е годы 20 века европейскими учеными было выявлено определенное свойство белка накапливать глюкозу в течение жизни самого белка. Данное свойство белка является своеобразной памятью. В течение жизни данного белка накапливается информация об общем уровне глюкозы крови у данного человека. Анализ на гликированный гемоглобин сдается один раз в 3 месяца. Это как раз тот срок, в течение которого живут так называемые белки-эритроциты. Нормальным уровнем гликированного гемоглобина являются следующие цифры. Если он показал вам меньше 7,5, то это хорошо. Если от 7 до 9, то это не очень хорошо. А если больше 9, то это очень плохо. Данный анализ позволяет вашему лечащему врачу эффективно производить изменения или корректировку вашей лекарственной терапии. Я рекомендую вам вести свой дневник самоконтроля, в котором обязательно необходимо записывать все, что вы в течение дня делаете. Когда вы ставите инсулин, какую дозу, что вы кушаете, какие у вас показания сахара в крови. Данный дневник позволит вашему лечащему врачу более эффективно оказать вам помощь и привести ваши показатели в норму. Ну и в заключение традиционно, берегите себя, предупредите диабет.